Здравствуйте, уважаемые друзья. По вашей просьбе мы сегодня будем вязать самую простую мушку. Вы просили, мы начнем серию фильмов, которая называется «Первая мушка». У меня достаточно на канале фильмов, где вы можете посмотреть «Начнем с нуля». Там тоже относится к категории «Первые мушки». Но учитывая то, что вам лень рыться, я сделаю фильм. Это вот в преддверии весны, как только сейчас сойдет водичка, очень-очень актуальна эта мушка. Почему я говорю не нимфа или эмиджер? Потому что она у нас, я буду изготавливать и в процессе вам все расскажу. Значит, крючок желательно использовать вот такой величины, номер 16. Я и взял номер 16, чтобы у нас были равные с вами права по вязанию. И желательно брать более качественные фирмы, учитывая то, что у нас рыба берет очень осторожная. Здесь особенностей в вязании практически никаких нет. По материалам два слова. Нам потребуется вот такое перышко, это домашняя курица. Соседская курица, как я ее называю, она в полном смысле была соседская. Иногда в наборах павлиньих перьев попадается, ну вот у меня такие есть вот отборки, я специально потом уже остаются отбираю, более плохие перья, я их не выбрасываю, они потом годятся нам для изготовления тела. И как обычно понадобится совсем небольшой кусочек голографического люрекса, для того, чтобы мы могли с вами немножечко просегментировать тело. Нет определенных материалов, мы в процессе изготовления сейчас с вами все будем менять. Давайте приступим. Немножко, совсем-совсем немножечко начинаем, нанесем клей. Значит, почему я ее называю просто мушкой? Потому что в данный момент, как мы забросим, она у нас плавает. По мере пару потяжек или же небольшого пребывания на воде, нить, как вы видите, у меня тончайшая. Нам нежелательно ее сильно огрузить, так как она у нас какое-то время должна еще плавать. И доходим до загиба, удаляем. Здесь можно делать хвостик, можно не делать хвостик. Я хвостик здесь не делаю, так как она у меня в большей степени будет повторять имитацию ручейника. А учитывая то, что у нас ручейник не имеет вот такого ярко выраженного хвостика, чтобы было, мы будем изготавливать без хвостика. Я отрезал от пера, даже его не подчищаю резинкой, оставляю вот те лохматости неровные, которые есть, они не будут мешать нашим поклевкам. Чтобы не выполнять лишних оборотов, вот мы выбираем так, чтобы доходило до места крепления нашей опушки. И, удерживая перо, я просто накидываю, поднимаю нить вверх и только потом подтягиваю, чтобы у меня не утащила моя нитка перо. Годится. Буквально пара-тройка оборотов. Оставляем. И теперь берем наш голографический люрекс. Нет люрекса, можно вот в данный момент, если у вас нет пера, нет ничего, найти кусочек более-менее симпатичного, даже елочного вот дождика, который вот у меня имеется в наличии, и без пера изготовить ниткой само тело, и потом просегментировать, создать вот такие вот ребрышки вот таким этим люрексом. Нет его, пожалуйста, возьмите. Продаются бесконечное множество для рукоделия вот такая проволока разных цветов и оттенков. Подберите, но без фанатизма, так как мы уже огрузим мушку. Она у нас будет больше, быстрее погружаться. Поэтому мы с вами подбираем материалы, крепим теперь также по всей длине, как и наше вот перо, которое мы такими же оборотиками. Буквально один раз достаточно, так как мы дальше сейчас с вами будем все это крепить уже на теле. Для более качественного крепления желательно, вот я оставил нить,
она у меня слегка раскрутилась. И я уже имею возможность более ровненько, без бугров, выполнить вот такую вот обмоточку. Стараемся не сильно нагромождать нить, но в то же время более качественно, чтобы она была закреплена. Обязательно не доходим до колечка, так как здесь мы будем с вами крепить материалы. Оставляем здесь. Я обычно всегда не стесняюсь использовать клей, хотя, как многие говорят, при вязании нахлыстовых мушек надо использовать натуральные все материалы, которые есть. Но я ловлю рыбу, поэтому для нашей рыбы я использую клей. Буквально совсем немножко, как я уже говорю, без фанатизма, наносим капельку нашего клея. Учитывая то, что перо у меня длинное, я не буду пользоваться перодержателями, разными другими приспособлениями. Выбираю для себя вот угол, который мне необходим для обмотки. Учитывая то, что у меня есть функция вращения, я буду ее использовать без стеснения, так как мне нужно изготовить красивое, ровное тело. Если у вас этого нет и выполняете, допустим, в определенном медицинском зажиме, без проблем можно хоть в тисках, хоть в зажиме выполнить эту операцию без ущерба для изготовления мушки. Ну вот, допустим, как я вот, я просто, чтобы не лохматилось перо, но вот мы можем с вами такими вот движениями, я специально остановился, чтобы вам показать, закончить изготавливать наше тело. Все, не доходим, буквально вот это расстояние. Убираем ту нитку, которая у нас накрутилась. Обязательно подкрутим ее, чтобы она у нас не была ровницей, а скрутилась. Перекидываем через наше перышко. Уводим его вверх. Поднимаем вот в такой замочек. И только после этого я не отрезаю, а как бы вот так ножницами делаю надрез. Убираем перо. Все, вы видите, тело у нас готово. Нам остается теперь только лишь выбрать определенный шаг, с которым мы в качестве украшения намотаем наш люрикс. Без лишнего фанатизма, потому что также возникают потом вопросы. Бывает, что рыба отказывается, если очень много блестящих элементов брать, или берет сразу, с огромным желанием набрасывается. Поднимаем также вверх, скручиваем нашу нитку, чтобы она у нас опять стала крученой, а не ровницей. И буквально в этом же месте мы пару-тройку оборотов выполним в замочек, перекидываем наш люрикс, выполним замочком, закрепим и удаляем также наши материалы. Вот все, тело у нас уже с вами готово. Наступила очередь нашего перышка. Как вы видите, вот я взял, увлажнил его очень-очень хорошо, захватив перодержателем за кончик. Если этого нет, можно и без перодержателя. Поэтому желательно вот такую операцию выполнить сразу. Вот у нас вышла уже заготовочка для крепления нашего пера. Выгнутой стороной мы обязательно это все устанавливаем наверх. Поэтому вот я показываю, я совсем немножко вот обрезаю вот этот хвостик, оставляю вот такую вот небольшую кисточку, для того, чтобы мне можно было более качественно закрепить. Для того, чтобы не было нагромождения материалов, держим перышко. Сперва подмотаем нашу нить, чтобы она не была ровницей. И за ось нужно аккуратно-аккуратно накинуть. Стараемся не приминать наше вот так тело,
пару-тройку оборотов для того, чтобы убедиться, что мы закрепили, отпустили перо наше на нимфе. Теперь очень часто, допустим, как вы сможете заметить, попробую немножечко приблизить. Вот у нас здесь наша обмотка нитки находится под углом. Если мы будем наматывать перышко, оно будет стремиться у нас сползти к колечку. Поэтому я обычно, когда друзья спрашивают, почему вот у меня оно ползет, мы не можем здесь изготовить площадку, чтобы была более ровная, так как положено, допустим, ниткой подготовить для обмотки пера ровненькую площадку. Мы не можем утяжелять нашу головку. Поэтому я беру, ставлю крючок вот в такое положение, чтобы у меня перо, наоборот, наползало на мое тело. У нас все с вами готово. Значит, остановлюсь и скажу одну простую такую вещь. Здесь, значит, можно ставить и латунные бусинки, и всевозможные стеклянные шарики, и хвостик можно изготовить и из пера, и из красной нитки, как вам удобно. Это базовая модель вот той мушки, если которую вы научитесь изготавливать, вы сможете потом изготавливать практически любые сухие, мокрые мушки для вашей рыбалки по своим материалам, естественно. Не забываем увлажнить хорошо вот так опять наши пальчики, и очень-очень важно следить за тем, чтобы не оторвать перо и в то же время качественно его разместить. Помогаем нашими пальцами, обязательно вот убираем вот так все бородки, которые непослушные. Значит, что здесь является важным? Количество оборотов. Если вы сделаете более лохмат, это не страшно. Но вы уже будете видеть и смотреть по количеству вашего пера, сколько находится, допустим, перышек на нашем основном пере, количество. Значит, что касается, вот, допустим, моего варианта, я считаю, что вот такого количества вполне достаточно. Пару оборотов вполне достаточно. Теперь мы должны с вами увести нить к месту крепления, поднять наше перышко. Те перья, которые у нас, бородочки, попадают, не страшно, мы их потом с вами подгладим. И буквально под весом катушки мы отпускаем нашу нить. Вот так, подправили. Теперь я увожу все бородки назад, удерживая перо, и пока его не отрезаем. Вот так, аккуратненько. Но здесь есть несколько вариантов изготовления. Я обычно всегда после своих многочисленных рыбалок пришел к одной мысли, что вот всем она хороша, но вот в таком варианте, как я сейчас покажу, это будет значительно лучше. Я беру, немножко усложню для вас работу, но я думаю, не сильно. Вот мы оставили в таком положении, удерживаем под весом нашу катушку, и вот эти все бородочки я вот так вот как бы слегка приподнимаю вверх, слегка увлажнив пальцы, и увожу, как бы крылышко делаю наверху. После этого обязательно я должен закрутить свою нить, и следим за тем, чтобы не наехать и было место возле колечка. Выполняем пару-тройку хороших вот таких вот оборотов. Уже считайте, мы формируем такую легкую, симпатичную головку для нашей мушки. Вот так будет достаточно. Как вы видите, у меня перо все поднялось вверх красиво. Меня оно вполне устраивает и очень-очень-очень даже хорошо. Теперь я ножницами, как ножиком, отрезая остатки пера, не отрываю, так как у меня малое количество оборотов. И вы видите, если увлажнить вот все наши вот так перья, то будут выглядеть как бы вот крылышко нашей мушки. Вот, чтобы вот там так вам было видно.
Ну и теперь остается только лишь сделать завершающий узел, так как здесь нам не нужно большое количество на головке оборотов. И совсем-совсем немножечко нужно будет капнуть обязательно или же клея, или же лака, если у вас имеется в наличии. Я использую узловяз, можно это делать руками, можно сделать накидной. Если вы изготавливаете карповые крючки, оснастку, то вы этот узел должны хорошо знать. Удаляем, также аккуратненько подрезаем. И специально переверну, вам покажу. Как вы видите, снизу у нас перышки все ушли вверх симпатично. Оголилось тело, рыба его хорошо видит. И сверху, как у ручейника, вышла вот такая вот имитация крыла. Ну а теперь давайте доведем до конца нашу мушку. Буквально капельку нанесли лака. И как вы видите, вот все. Уже наша мушка готова. Я их отношу к семейству комариков, поэтому я им название практически не даю. Ну, вы уже как хотите, так и обзывайте. Теперь о самом главном. Значит, вся практически белая рыба, иногда даже окунь, пытается взять эту мушку. В толще воды попал окунь, у меня даже был амур. Небольшой, правда, на пруду, но был. И в основном не пропускает красноперка, плотва, уклейка, густера, верховка. В зависимости от величины крючка можете ловить практически любую рыбу. Как вы видите, достаточно удачное, симпатичное вышло у нас тело. Небольшая пушечка, которая поддерживает крыло, нашу мушку. Ну вот и все. Благодарю вас за внимание, друзья мои. До скорых встреч!